В приоритете гости – качество подаваемого блюда, а уже после – бизнес. Такую стратегию развития нового ресторана итальянской кухни озвучили руководители заведения Перчини. Первый для города ресторан федеральной сети открылся в самом центре. На запуск с нуля ушло всего 4 месяца и около 53 миллионов рублей. Теперь на пермском рынке европейской кухни появился еще один представитель отрасли. Основа меню будет традиционной, как и во всех 30 ресторанах страны, и состоять из пиццы и пасты. Как отмечают в семейном ресторане, не Перчини. Для них важна работа и с маленькими клиентами. Безусловно, важный момент. Любой гость, приходя с ребенком к нам в гости, вы можете выбрать пиццу, которая указана в меню, но ребенок может сам собрать ее за столом, прямо находясь вместе с вами. Тем самым и увлекательное путешествие, начиная там со сборки и заканчивая даже выпечкой. Живя в режиме многозадачности и высокой скорости, одним из ключевых факторов успеха в бизнесе может стать технология обслуживания. Все это возможно благодаря высокой степени готовности полуфабрикатов. Поэтому первое горячее блюдо гостю необходимо преподнести уже через 10 минут после заказа, а каждое последующее через 5 минут после предыдущего. Одно из преимуществ кухни Перчини – это, конечно же, итальянская паста. Готовят повара ее каждый день вручную из итальянской муки. Например, передо мной сейчас сезонное блюдо – казаречи с креветками фарфали. И меняться новинки будут, и, конечно же, каждый месяц. Рестораторы отмечают, что итальянская кухня считается одной из самых вкусных и разнообразных, поэтому всегда будет популярна среди жителей страны. А привлечь новую аудиторию можно с помощью меню. Это как классические варианты приготовления, так и авторское исполнение. Здесь также важно учитывать и личные фишки. Например, особенность вызревания теста от 24 часов до нескольких суток. Все эти нюансы могут стать конкуренцией за клиента. Когда мы приезжали в Пермь, приезжали мы сюда не один раз, мы увидели очень большой потенциал, заинтересованность, востребованность города и поняли, что наша концепция будет востребована здесь. Ну, естественно, мы здесь нашли подходящую локацию, а это первоочередное, на что мы обращаем внимание, когда планируем открытие ресторана. В целом, новый игрок ресторанной индустрии рассматривает возможность открытия в Перми и второй точки семейного заведения. По концепции все рестораны под брендом можно рассматривать не только как встречу с друзьями, но и для бизнес-переговоров.